Слово «забытое», оно какое-то, знаете, оно носит какой-то негативный оттенок. Действительно, они выпали из культурного контекста по многим причинам. У каждого своя судьба, у каждого свои обстоятельства. Для кого-то это время, для кого-то еще что-то. Поэтому мне как-то... Вы правильно формулируете, но мне не очень хочется называть вот именно забытыми композиторами, потому что они были сумасшедшие, они творили, они писали фантастическую музыку. Да, они находятся не в иконостасе, так сказать, это не первая линейка, но они не то чтобы достойны, чтобы их вспомнили и вернули обратно в культурный контекст, а это неотъемлемая часть нашей культуры.